Друзья, всем привет, с вами Ростислав, это новый выпуск Бослог, и это вторая серия по нашему Discovery с новым оформлением. И в прошлой серии я вам показал и рассказал, что было сделано за прошедшие полтора месяца, насколько кардинально поменялся наш Discovery внутри, и сегодня самое время показать вам эти изменения. Поэтому мы сейчас повалим, а вы наваливайте басухи, ставьте лайк этому ролику и приятного вам просмотра. Первым делом мы достаем коробочку, вот эту оранжевую, важно, чтобы коробочка была оранжевая, и идем к другой стороне. Посмотрите просто вот на вот эти болты, блядь. Вот не у каждого из вас такой болт есть. Самое это очень удобно в белой рубашке делать, а тебе нравится? Вовсе нет. Слушай, самое главное надежно. Ты же так каждый раз приезжаешь, ну, у тебя не обычно, так? Обычно, когда ты слушаешь музыку, что ты делаешь? Берешь шестигранные болты, шестигранник. Да. Это по повседневному. Это, ну, я думал, так каждый делает. Видишь, еще как зазор ушел? Сразу дверь притянула. Так, на место кладем шестигранник и подожди, идем. Подожди, еще скотчик. А, еще скотч, подожди. Да, следующий... открывай дверь. Да, ты пошел. А, блядь. Дверь-то, я думал, этот закрыта. Еще раз, когда приедешь, мы тебе сделаем оформление по центральной стойке. Мне, кстати, да давай будем честными, я сидел до этого реально, блядь, как на диване. Вот сейчас я уже чувствую вот эту автозукерскую нотку. Как 4 сантиметра всего. Ну да, но они, походу, 4 сантиметра решают. Ну, не знаю, может быть. Так, резинки вынимают из этого. Вот представь, оттуда резинку вытаскивает вас. Ебать. Страшная вещь. Все, дальше у нас запуск. Мы открываем дверь. Садимся, включаем все кнопки. Что, регуль в максимум? Давай я буду сам регулятором все крутить. Давай. Давай. Поехали? Ну давай, да, на болты. Нихуя себе, блядь. Чуть больше, да, ветра стало? Нихуя себе, чуть больше. Даже твой ТАФ 3 погоды не помог, понял? Там наши болезни. Разок. Сколько мочи полетело, посмотри. Ты слабо послушал еще. По 5 кил. По 15. По 15 можно. Куда бы по 15, нахуй? Сейчас 5 киловатт. Ну, по 10, сюда регу, по 10-12 вообще смело можешь лить. По 10-12 с... смело. Ебать. Я тут что-то ты этот не навалил. Цифры. Я сейчас не навалил еще, да. Стремно валить шишку, нахуй, я тебе говорю. Дай Жеке регуль. Давай просто еще покажем, как надо. Ну это 9 килл с уся. Да бля, куда еще-то надо? Давай другой трек какой. Это 23-26? Да. Бля, я сижу, мне уже нахуй, мне ничего не видно, блядь. Меня вот это бьет просто по голове. Мой губы наркотик.
Блять, меня еще одежда так больно никогда не била, нахуй. Ростик сидит. Я вообще, ебать, я в ахуе. Я, знаешь, ко мне, вот я поймал то ощущение, когда вот люди садятся первый раз, ко мне вот раньше садились, такие, знаешь, с активником поездили, и ко мне садятся. И такие, ебать, пиздец. Вот я сейчас так же сел. Я, ну, с учетом того, что я, во-первых, не слушал долго. О, к нам гости, сейчас будем ругаться. У вас так сильно посыпает человек. Можно попросить, у вас офисное помещение невозможно работать. Ну, мы чуть-чуть только, это, кстати, не все было. Все? Ну, просто вообще невозможно, у вас стены получится. Конечно, качество, я понимаю, супер, но это просто мне уже аж дебило. Ну, извините. А, нихуя себе я дал. Сколько? Дебилы, блин. Сколько там? По 20 суся я дал. Нормально. Ну, что-то вы мне сказали поднять, я как и поднял. Мотивацию надо поднять! А давно вы видели наличные? Я, честно говоря, и забыл, что такое брать с собой что-то, кроме карты. Мы много катаемся по стране, и даже в отдаленных местах стоят терминалы для оплаты. Поэтому у меня с собой всегда имеется дебетовая карта Тинькофф Блэк. Я уже несколько лет являюсь активным пользователем этой карты, и сейчас я расскажу вам о преимуществах, которые меня радуют ежедневно. Первое. Это удобное приложение, где можно оплачивать услуги связи, ЖКХ, штрафы и многое другое. Второе. Это повышенный кэшбэк до 15% в 4 категориях из 7 предложенных. Или до 15% в 3 категориях и 1% на все. Кэшбэк, самое главное, возвращается рублями, что очень удобно. И бесплатные переводы на карты других банков. Никакой комиссии и каких-то либо других неудобств. Моментальные переводы по номеру телефона в 2 клика в приложении. И сейчас у Тинькофф Банка новые крутые дизайны карт. Если прямо сейчас перейти по ссылке в описании, то можно получить не только карту в крутом дизайне, но и бесплатное обслуживание навсегда. Приложение действительно до 14 апреля, поэтому советую вам не медлить. Карту привезет представитель банка в удобное для вас время и место. Оформляйте карту по ссылке в описании, а мы продолжаем. И помимо нового оформления, как оно круто валит, Discovery еще и в отличном техническом состоянии. За это огромная благодарность Никите, владельцу LR-сервиса в Ростове-на-Дону, которого, кстати, мне посоветовали ребята, Женек, Антоха, и они сами, пока меня не было, отогнали машину к нему в сервис, где мне провели техническое обслуживание. И они уже поменяли те запчасти, которые у меня, можно сказать, вышли из строя. Я в Ростов приехал без тормозов, именно поэтому мы заказали новые колодки, новые диски и также заказали новый задний пневмобаллон. В процессе обнаружилось, что еще из строя вышел шрус, его также поменяли, и одна задняя ступица. К сожалению, стоимость запчастей на Discovery, она космическая. В общей сумме я потратил на обслуживание более 150 тысяч рублей, но теперь машина, самое главное, готова к сезону. Друзья, и если вы собираетесь кататься по стране, да и в целом катайтесь по городу с музыкой, никогда не экономьте на обслуживании. Я считаю, что машину нужно содержать в отличном техническом состоянии, а с музыкой так особенно, потому что все-таки веса машине добавляет, и многие части, как в моем случае тормоза, достаточно быстро выходят из строя. Поэтому всегда обслуживайте машину вовремя. Приехал Никита, как раз к нему гоняли пацаны в сервис мой Land Rover, и вот у него дискарь нормального человека, да? Сколько лошадей? 400. 400? Из Донуза. Поехали кататься. Твою мать, блядь. Страшно. Я так секунд 20 разгоняюсь, если что. На своем. Слышь, нихера себе вжимает. Да, слышно. Стремно на таком так быстро ездить. Ну, здесь салончик, все черненькое, перешито. Ну, в смысле, перешито, покрашено. Потолок черный. А, альпийская крыша у тебя нету, да, вот это? Да, наверное, не нужна. Сколько мы уже едем? 120. Вообще не чувствуется. Вы когда-нибудь видели, чтобы однушка шашковала в потоке? Звук кайфовый, не как у тебя. У меня дизель, потому что мне надо, чтобы мало кушало по трассе. Сколько расход? 26, 28,6 я вижу. У тебя все 50-60 было. Ну это ладно, я знаю, что ты сейчас точно заценишь. У меня есть активный круиз-контроль. Активный? Активный. А как ты его сделал? Поставил. Блять, а мне можно? Да, смотри. Вот он сейчас мне пишет скорость, которую я выбираю. 68 км. Вон машина, все, я не трогаю туда. Нихуя. А сколько стоит?
Я что-то в районе 20-ки отдал за это все. Недорого. Подогрев руля. Блядь, читы. Вот это читы, слышишь? Это нет, вот это. Это троечный руль. Это читы, короче. У меня таких нету. А сколько руль с подогревом стоит? А почему у меня нет руля с подогревом? А они очень редкие на тройку. А, редкие? Редкие. Кайфово? Фишек много всяких прикольных, так что можно будет что-то подсмотреть, подделать. Музыка но активно. Есть, Logic 7. Ну, это не, это не Альфард. Альфард, вот это нормальная комплектация, когда у тебя стоит. Девочка сказала, что хочет разобраться в автозвуке. Начнем с самого главного, чтобы она как я сейчас охуел. Сейчас посмотрим на чуйку, сколько ты валишь. Страшно как-то. Страшно? Да. А тут ты не страшно. Ты ни разу не сидела, да? Ты вообще ни разу один же. Один раз, но это очень все равно страшно. Только не убегай. Главное, чтобы я не улетела. Что, снимать будете? Давай, давай, я снимаю. Звук так посвящает. Посвящение, да, такое. Красивая укладка, наверное, уже, да? Ну, прическа бомбовая. Спасибо. Кайф. Посмотрим, сколько мочи залил. Вот сейчас интересно, реально. Вот на, так, чисто на слух, по 5. По 5 киловатт? 5 киловатт всего лишь? Да, Суся, 10 кг, ну, в сумме. Можно было еще дать. Но видишь, пока система не знакома, я не борщу особо. Действительно, я вам скажу, страшно крутить регулятор. Реально страшно. Ну, потому что, знаешь что, вспоминая прошлую систему, для тебя это было уже недостижимо по факту. Не, это пиково было, наверное. Вот так вот, ну, не на одну дверь, на два открытых окна ветрило, вот, наверное, ну, типа, вот как сейчас, это вот минимум, да, там было максимум. Сказал, вряд ли. Даже так меня не ветрило, как сейчас по 5 кг. Не говоря уже, когда ты 20 кг вылил до этого. Ну, теперь можно выебываться. Пиздец, можно выебываться. А что, ты мне верхолку ждать? До этого, как будто ты этим не занимался. Ну, а, подожди, давай начнем с самого главного. Для чего собирают автозвук? Ну, вот такой. Для себя. Для себя? Собирают выебываться. Так что, кто говорит, что он не собирает его выебываться, тот пиздит. Все собирают такие мощные системы, чтобы выебываться. Бля, сейчас собрали пиздец мяса, нахуй. Лютейшее вообще. А что ты сейчас хочешь, верхов мне дать? 29, не хочешь? Давай. Сколько регуль дать? Ну, сам по ощущениям крутить. Ну, а по мощам? Ну, я не знаю, сколько ты. Ну, сколько можно? Ты в 6-ку все сходишь? Нет. Ну, сам тогда крути и смотри туда, если что-то увидишь. Если что-то увидишь? По один... Верхам по 29 герц. Бля, ебай пылюки, реально. Пиздец. Реально, даже руки в пыли уже, все в пыли. По... Сколько мощи пошло? По 11,5. Даже просад появился. 14,5. Чуть-чуть просело. Питание еще пока вывозит. Ну, на долгосрок, наверное, блядь, как раньше. 6 часов валить не хватит.
хватит. Придется заряжаться. Перерывы придется делать. Вторую батарейку. А там перерывы, скорее всего, придется, ну, не для батареек делать, а для меня, нахуй. Потому что я с тем оформлением простывал. Прикинь, что сейчас. Так ты, значит, не сиди там, снаружи надо варить. Ну да. У меня есть как раз. И пусть люди садятся. У меня есть беспроводной регуль. Может, воткнем беспроводнилку и все. Бля, ну сказать, что я охуел, это, наверное, ничего не сказать. Реально. Ебать, блядь, пиздец, пыль в глаза. Кстати, на видео так непонятно. Да. Я смотрю, вообще не то. То есть это вживую надо заценить. Сейчас кажется, ну валит, ну типа. Ну слушай, вот чтобы всем все доказать, я думаю, мы с тобой поедем по городам летом. И ребята сами... Вот у меня то же самое с Опелем было, я помню, что бля, не валит, та-та-та. Приезжаешь на какой-нибудь автобезумие или еще куда-нибудь, такие все, нихуя. Нихуя, реально не валит. Я переживаю сейчас больше за салон. Ну смотри. Раз. А мы только чуть послушаем. Там дверь вообще просто, храни ее Господь, блядь. Ну если переживаешь, одну мачету скручивай, нам оставляй. Не, мачету не скручивай. Переживала уже, знаешь, что там. Я тут да? Не, но здесь же вопрос, переживала пару раз или переживала. Вот там внутрянка, вот это да. Сама дверь, каркас. Реально, вот что не хватает, и на фронта чуть АТ-шки надо поставить. И тылуху дособрать. Фронт не в сыску давал. Я же, ну, так, чтобы ты не перекрутил, там, мало ли, там, тебя трепет, там, как куклу, крутнешь регулятор, там, залетит килл 40, там. Блядь, это разъеб, нахуй, это реально разъеб. Бля, Витя, давай соберем сходку и сделаем еще один видосик и заснимем реакцию не только мою, но и вообще просто людей вокруг. Да, да. Да, и сравним с твоим скодилой месяц назад. Тогда ты выебывался, сейчас я нахуй могу. Там запасной, потом ничего, 4 у себя залетят тогда. Ну и когда залетят? Тогда и поговорим. Тогда и поговорим, да. Сейчас пока, ишь, нечего разговаривать, все. Я предлагаю ехать, валить по городу. Все, я не могу, все. Поехали, регуль, в шишку нахуй и все, и поехали по Ростов пугать.